Отдел по делам молодежи Волгоградской епархии приглашает к изучению Священного Писания. С 2018 года работают две группы евангельского кружка. Что дает такой формат чтения Слова Божия? Осмысленное отношение к сказанному Господом через Библию. Последующее обсуждение дает возможность увидеть, соответствуем ли мы, наша жизнь, тому, что ждет от нас Бог. Ведущие кружка помогают разобраться с вопросами, которые возникают при чтении Священного Писания. Проходя по строкам книги, вместе приближаться к познанию истины, стараясь хоть немного стать ближе ко Господу. Группы работают по средам в вечернее время. Место встреч – территория Свято-Духовского мужского монастыря, улица Рокоссовского, 43. Запись и дополнительная информация по телефону 8-937-543-08-85. Мария.